Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарриди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня разберем такую игрушку, как Школа Мания. Ну что ж, давайте попробуем. Симулятор школы, короче. Так, что тут есть такое интересное? Приветствую, для начала давайте поправим внешность. Хорошо, давайте. Так, пол, женский или мужской? Давайте поиграем за девушку. Так, можно глаза выбрать. Вот это неплохая. Так, нос. Нет, это слишком. На мою бывшую похоже. Да, действительно, это же Люба. Давайте так и сделаем. Нет, у ней пухлые губы. Вот так, я думаю, она будет более похожа. Действительно, очень похожа сильно на нее. Ну, она более полная была. Так, отлично. Теперь посмотрим, какие есть планы на день. О, обучение. Тут выбирайте, какие дела вам ближе. Хороший или не очень. И повышайте уровень отличника или хулигана. Довольно-таки забавно. Я предлагаю выбрать планку хулиганства. Футбол. Наша девушка будет гонять футбол. Действительно, ну, моя подруга тоже, она была. Не на отлично училась, а больше ей нравилось наслаждаться жизнью. Я предпочитаю больше зеленую, конечно, полосу. Но хотелось бы для разнообразия посмотреть, что будет, если мы выберем красную полосу. Так, секс. А, секции. Так, уважение получено. Но чтобы получить еще больше уважения, нужно записаться в секцию. Давайте запишемся. Так, музыкальная школа. Блин, я бы выбрал музыкальную школу. Но мы выберем баскетбол. А, тренировка... Хорошо, тренировку еще выполняем. В принципе, такая игрушка, она... Даже если ты выберешь плохую линию поведения, по идее, я учусь баскетболу. Я не считаю, что это тоже плохо. Мне кажется, это тоже очень хорошо. То есть мы учимся, почему бы нет, это, я думаю, тоже очень-очень даже хорошо. Не обязательно выбирать. Можно любую деятельность выбрать. Главное просто заниматься ею. Так, чтобы окончить секцию, нужно завершить все задания, но... Пойдемте посмотрим на главную. На главную в школе. Хорошо. Ух ты, босс. Директор, наверное. Так, это главные в школе учителя и лидеры хулиганов. Для победы над ними нужны специальные умения. Так, приемы. У отличников и хулиганов разные приемы. После изучения перетащите прием в слот снизу, а теперь попробуйте поиграть самостоятельно. Хорошо? Так, вот она, я такая девушка, девушка Люба. Так, что у меня тут есть? Давайте посмотрим, можно сделать снимок? Хорошо, давайте сделаем снимок. Лайфи или как с лайфи? Так, добавить меню? Нет, пока не будем. А, это мои друзья, значит, я могу добавлять друзей. Так, мои секции. Боссы. Так, тут у меня какие-то... Жвачку, можно купить жвачку. 300 жвачек, один голос, нифига себе. То есть за 7 рублей я могу 300 жвачек купить. Я думаю, жвачки мы и так заработаем. Купить семечки, круто. И также у нас есть купить монеты. 10 монет. Тоже мы потом купим. Может быть. Так, ну что, что мы тут можем сделать? Хватит своими глазками лупать. Так, секции, давайте посмотрим секции. Так, выберем баскетбол, тренировка бег, да, тренировка двойных очков. Давайте выполним. Хорошо. Так, тренировка трехочковых. Надеюсь, у нас получится. Выполнили. Так, тренировка штрафные. Давайте потренируемся штрафные выполнять. А, восстановить энергию стоит один голос. Ну ладно. Мы устали, да, действительно. Зачем нам перетруждаться? Можно также музыку выбрать. Можно заниматься, в принципе, как баскетболом, так и музыкой. Ух ты, хоккей. Скалолазание. Круто, вот эти мне тоже нравятся. Мне вот что вот это нравится? Музыка, рисование, фотокружок. Я бы вообще на все секции, наверное, бы ходил. Хорошо, работа.
А, тут можно работать, выступать на концертах, играть в баскетбольной лиге, рисовать портреты. Да, я же не, блин, я же не хожу, не учусь заниматься рисованием. Да, давайте играть в баскетбольной лиге. И так как я играю в баскетбол, я думаю, это будет круто. Так, приносит на первом уровне 10 семок и 10 уважений, каждые 8 часов стоимость. Семки 100 за закончить секцию баскетбол. Давайте купим. Вам еще требуются семечки. У меня нету семечек. А, ну понятно. Для открытия мне нужно 10 семечек и 10 уважения. Так, ну ладно, в другой раз. Планы на день можно составлять. Так, футбол. Поиграть в компьютер. Плюс 15 хулиганства, 15 уважения, 15 семки. Ух ты, в Counter-Strike она играет, по ходу дела. Так, и сколько это будет длиться? А, вот я поиграл. Теперь позырить телек. 10 хулиганств, 10 вошений, 10 семечек. Давайте. Она смотрит футбол. Почему, интересно, не баскетбол? Ну ладно, посмотрим. Пока еще никто никого не забил. Новый уровень у нас. Также присануть малолеток. 5 хулиганства, 5 уважения. Давайте малолеток. Хотя это неправильно. Я не... О, она фингал через очки прям поставила. Ах ты, еще один фингал. Так, ну ладно. А, это, видимо, видеоигры. Три к отличнику, три к хулиганству, три уважения, три жвачки, три семечки. Все по три. Может, теперь мы пробуем открыть работу. Так, семечек, семечки у меня есть. Давайте, вам еще требуются семечки. Так, ну ладно, в другой раз. Так, что ты еще будешь делать? Топ моего города тут есть. Лучшие игроки. Так, ну давайте еще раз изучим. Допустим, чтобы открыть секцию. Приносит на первом уровне 10 семок. Здесь стоимость... А, 100 семок у меня всего лишь 33. Можно купить 300 семок за один голос. Но у меня пока нету денег. Так, тут титулы. Следующий титул. Тренирование и Ваныча. Победить босса Эдуарда Ивановича один раз. Будет забавно. Давайте посмотрим. Награды за победу. Давайте в бой. Эдуард Иванович, вам нужно выбрать хотя бы один прием отличника. Зайдите в приемы. Так, хорошо. Зайдем в приемы сейчас. Уровень знаний у меня 0. Так, а это что такое интересно? Так, это я не знаю, что такое. Туры какие-то. А, гардероб есть тут. Можно что-нибудь примерять на себе. Так, ну все такое дорогое. Мне кажется, я пока не буду ничего покупать. Хотя вот, посмотрите, очень много таких футболок интересных. Вот это мне нравится. Так. Вот, я не знаю. Вот это хорошее. Забавно. Мне вот это тоже нравится. О, вот это тоже хорошее. Так, ну ладно, в другой раз как-нибудь. О, вот это классное. Это тем более. Вернуться в класс. Вот она стоит и глазками своими хлопает. 3 часа сейчас. Кстати, а время настоящее, кстати, показывают. Вот как у меня сейчас есть 3 часа, так и показывают без 3 минут. То есть это реальное время. Не обязательно смотреть на монитор. Либо это так совпало, либо действительно. Так, ну я сейчас смотрю, сверяю секунду. Да, время прям секунда в секунду, точно. Так что можно на них смотреть. Просто не может быть такого совпадения, чтобы прям совпалось так. Что еще я не знаю, тут можно сделать? Энергии у меня нету. Энергии не появится потом. Работать пока не могу. План на день тут я уже везде все сделал, все задания.
Ну, по сути, я не знаю, пока что. Пока что я считаю, что смысла нет дальше играть, потому что у меня закончилась и энергия, что самое важное, и семечек у меня мало. Был бы голос, я бы мог, конечно, купить и восстановить энергию. Это уважение. Так, это уровень пары. Уровень хулиганства у меня 66, уровень отличника у меня 3, то есть она тупая блондинка. Так что ей бы подошел бы желтый цвет. Было бы прикольно. Добавить в левое меню. Ну, если вы что-нибудь сказали, там какое-то вознаграждение, хотя бы там энергии или семечки, в принципе, можно было добавить. Ну, а так, просто так добавлять смысла нету. Я думаю, мы еще найдем эту игрушку. Кстати, еще классы есть. О, можно убирать классы, круто. Давайте выберем. А, нужно босса победить. Началка. Место у доски. Блин, босс надо победить хотя бы один. Одного хотя бы босса победить. Не знаю, что уже делать. Купить за один голос. Ну, нет у меня голоса. В принципе, ну, игрушку все поняли. Она наподобие, как же, тюряги. Наподобие тюряги, да, ты, то есть, делаешь определенные действия, и постепенно у тебя уважение там. Либо ты за хулигана играешь, либо за отличника. И, ну, довольно-таки забавно очень. Так что всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И, в принципе, можно будет продолжить расширяться. Этой игрушке можно даже голоса попробовать потратить. Вот. Ну, а пока что, я думаю, на этом можно закончить. Всем удачи, ребята, всем до скорого, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте палец вверх. Мне будет очень приятно. Пока-пока.